эти черные пятна будем выводить. То есть нам нужно понять, не напиши там 100 желаний, что я хочу. А что я хочу, вы будете брать с потолка. То есть первые 20 желаний – это то, что я хочу. Да? Это социальная программа. Потом мы все знаем, что потом начинает второй слой, третий слой, еще какой-то слой. Но что я хочу? Да здорово, что я что-то вообще хочу. А за что мне стыдно, за какие желания мне стыдно? И вот когда мы начинаем вот это вскрывать, стыд, стыд за деньги, вот здесь вот у нас ребята и попрет.